Дух энергии. CCX Competition Coupe 10-я юбилейная серия разработана, чтобы обеспечивать наилучшую производительность как на дороге, так и на гоночной трассе. Автомобиль лишён ненужных устройств и наворотов. В нём всё служит единственной цели — достичь максимальной скорости и эффективности. CCX является преемником модели Koenigsegg CC, переработанной под строгие ограничения американского рынка. 4,7-литровый V8, построенный компанией Koenigsegg в сочетании с сверхлёгким шасси, позволяет развивать мощность на валу в 683 лошадиные силы на тонну. Эту модель Koenigsegg отличает воздухозаборник на капоте, новая передняя оптика и боковой обвес. Разумеется, и без того прекрасные показатели также отличаются в лучшую сторону. Разгон до 96 км в час за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 240 км в час. Это пост, код 250, вызываю всех.
SCPD. Нарушитель ушел в туннель. Погоня направляется в Силлер-Крик. Нарушитель арестован. Доставьте его для допроса. Центральное всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Bear Hollow. Всем подразделениям быть на связи. Чрезвычайная ситуация. Thank you.
Преследую Макларен. Перехватчик, нужна ваша помощь, чтобы взять его. Соблюдайте осторожность. Это один из наиболее опасных в розыске. Ленту с шипами. Ситуация критическая. Этот суперкар создан к 15-летию компании. Аджера в переводе со шведского означает «действовать» и символизирует философию успеха компании Кёнигсег. Автомобиль обладает крутящим моментом более чем в 1000 ньютон-метра в диапазоне 2680-6100 оборотов в минуту. Тормозная система обеспечивает отсутствие потерь энергии торможения вне зависимости от дорожного покрытия. Словом, последний суперкар Кёнигсег сочетает эволюционный подход и традиции для совершенствования конечного результата. Название автомобиля также является сокращением от греческого «adgeratus» — «неподвластный возрасту». Оригинальная форма кузова Кёнигсег CC, созданная 15 лет назад, до сих пор актуальна. «Аджера» остается верна философии, форме и размеру оригинальной CC. В то же время она выглядит и работает как автомобиль будущего. Центральный, мы зафиксировали Бугатти, несущийся на скорости свыше 300.
прошло 20 километров по лесу. Запрашиваем подкрепление. Подтверждаю, перехватчик отправлен. Центральное всем подразделениям. Запрошено подкрепление на West Beach Freeway. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация.